28 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана Баймурада Ходжамухамедова. Заместитель премьер-министра Баймурад Ходжамухамедов передал главе нашего государства приветствие и наилучшие пожелания президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что наши народы связывают дружественные отношения, и они веками живут как друзья. В настоящее время наша страна успешно развивается как независимое государство и достигли хороших результатов в социальной экономической сфере. Глава государства расценил визит заместителя премьер-министра Туркменистана Баймурада Ходжамухамедова в Азербайджан как позитивный показатель динамично развивающихся двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, просил передать его приветствие главе туркменского государства.